Ну, мы изначально готовились к очень тяжелой игре, когда просматривали ангуш, готовились к этой встрече. Отмечали очень хороший контроль мяча у соперника, даже учитывая не особо такой качественный газон, скажем так, на поле. Очень здорово у них качество передач отличалось. И за счет этого продвижения вперед мы постарались насытить зоны, чтобы нейтрализовать, скажем так, наиболее опасные участки и те моменты, которые они создают. Ну, в нашем исполнении, я так думаю, что это в основном получилось. И за счет того, что, я думаю, мы все-таки были помобильнее, побыстрее и выбегать быстрые атаки, которые у нас, ну, особенно в конце матча, когда нас стало на одного больше, там три или четыре момента, у нас просто здорово получилось выбежать в эти атаки. И, не знаю, за счет того, что, не знаю, может быть, и качество поля помешало, может быть, из-за того, что молодость и какая-то горячесть в заключительной стадии. Может быть, не хватило мастерства, но вот именно эти моменты, если бы мы еще реализовали, наверное, игра бы намного спокойнее бы закончилась.